Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Удивительные гравюры 16 века, часть 2». Значит, мои подписчики опять-таки постарались и нашли в этой самой библиотеке нью-йоркской продолжение обзора гравюр 16 века. Значит, предлагаю вам, ребята, ознакомиться с этими интересными гравюрами. Смотрите, в этот раз огромное количество. Посмотрите, сколько их здесь нашлось. 1832 штуки. Так что, ребята, давайте найдите времечко и посмотрите все эти интересные гравюры. Давайте, значит, я вам полистаю чуть-чуть, покажу, привлеку, так сказать, ваше внимание. Обратите, значит, внимание, ребята, акведук. Почему-то заросший, видите, кустами весь зарос этот акведук. Опять-таки, в этих гравюрах, ребята, смотрите, развалины всякие вот такие интересные. То есть, что рисовал художник, какую он нам хотел мысль передать. Смотрите на здоровье. Значит, опять-таки, в этих гравюрах находятся такие, которые прям, ну, точь-в-точь как фотография. Допустим, вот как вот это. Обратите внимание, значит, ассирийская культура, Геракла храм. Это значит Зороастр, я так понимаю, вот этот вот, вот мужик вот. Хотел я вам маленько зачитать про Зороастра, но, наверное, в другой раз. Не нашел я эту книгу, где-то она у меня валяется. Смотрите, вот, значит, откапывают работы в Акрополе. Откапывают Акрополь, это уже, скорее всего, фотография. Опять, видите, огромное количество, очень много интересной информации отсюда увидите. Очень много я тут нашел, значит, скифских шапок. Смотрите, какой стоит дом интересный. Сайт «Храм Дианы» в Эфесе. Есть, значит, рисунки, это я, значит, если вдруг ролик увидит Женька Макаров, посмотрит, здесь есть на некоторых интересные, значит, надписи, может быть, что-нибудь он прочитать сможет, может, на его наведет на какие-нибудь старые наши там руны, резы, черты, не знаю, смотрите на здоровье. Видите, да, арки какие интересные. Какое это время нам показывают. Много рисуночки. Сейчас вот если чуть-чуть вот-вот полистаю, покажу вам очень интересный рисунок, который мне тут, ну, прям понравился. Смотрите. То ли рисунок, то ли фотография. Обратите внимание, ребята, ну, какая она реальная. Так, далее. Смотрите. Так, Гизы. Что-то вот не переводит почему-то. Вчера смотрел. Бывает переводит, бывает нет. Как-то не знаю, что там. Что-то как-то у них там залипает. Смотрите, ребята. Очень много гравюр. Смотрите, как интересно. Почему заросло. Видите, да? Какой-то вилла мецената Тиволи. Арка Константина, Рим. Значит, в предыдущем ролике, где я показывал
Значит, я там даже не долистал. Кому интересно, посмотрите. Подписчик обратил внимание на странице 1926, где ролик, значит, про форму, про военную форму. Обратите внимание, как похоже на Санкт-Петербург. Только колонна другая. И колонна эта, кстати, похожа, я вам показывал фотографии, значит, Парижа, есть у меня ролик. Вот эта вот колонна похожа на парижскую колонну. Но только та колонна посвящена этому Наполеону. А тут вот непонятно, какого это года, видите, да? Но колонна точно такая же. Так, поехали дальше. Так, значит, опять смотрите, руины заросшие. Когда это все было? Древний Рим, архитектура. Смотрите, очень много здесь. Классные вообще гравюры, интересные, во-первых. Смотрите, лошадь в кольчуге вся, вместе с воином. Обалдеть можно. Так, и там, значит, смотрите, ролик там под роликом, где я показываю обмундирование, значит, всякое разное европейское там. А на странице 1926 стоят римские воины в вышиванках, значит, на знамени у них Георгий Победоносец и Христа, воины Христа. Знак. Очень интересно, то кому интересно, вернитесь в тот ролик, посмотрите, зайдите. Обалденные. Ну, вот смотреть не пересмотреть. Вчера вечером, значит, по ссылке я вот это открыл, ё-моё, до 2 часов листал. Что и вам рекомендую сделать. Очень интересные гравюры. Смотрите, ребята. Присылайте вот это вот, допустим, вот этот вот сборник. Мне выслал, значит, мой подписчик. Спасибо ему, конечно, за то, что вы всем этим делом интересуетесь. Спасибо, что присылаете. Молодцы. Смотрите, какие все-таки это интересные рисунки. Ну, обалдеть можно. Вот, ну, я не знаю, вот точно как фотография. Классно, как они умели рисовать. Ага, вот, значит, Зороастр. Синахериба. А, это не Зороастр, извините. Дас. Руины, Хир. Так, кёниг, то есть царь какой-то. Так, ну давайте сейчас его, смотрите, убивают каких-то людей. У кого есть какие предположения, присылайте. Так, давайте я, значит, чуть-чуть перелистаю, не буду вас задерживать. Я вам покажу одну интересную гравюру, которая меня привлекла.